Единый веб-портал ЖКХ презентовали в Актау. Первая подобная интерактивная площадка в Казахстане позволит сократить время реагирования всех структурных подразделений на жалобы жителей. На сайте размещены данные 58 обслуживающих компаний, отчеты о их деятельности. Здесь же можно оценить работу кооператива и оставить заявку. На электронной карте Актау в режиме онлайн будут отображаться аварийные места. Можно оставить обращение, позвонив в колл-центр. Инновационный проект разработан в рамках ПРООН совместно с Акиматом Мангыстауской области. Работу над ним ввели в течение года. Официально веб-портал начнет функционировать уже с 1 апреля. Разработчики сайта обещают в будущем создать и мобильное приложение. А летом ПРООН представит ноу-хау в сфере ЖКХ на международной выставке «Экспо» в Астане. Карта данного сервиса будет сообщать о том, о плановых либо аварийных работах, произведенных непосредственно коммунальными предприятиями города. А здесь можно пожаловаться на любую проблему. Это бродячий скот, неполитые деревья, либо проваленный участок дороги, либо асфальт и так далее. Список проблем будет увеличиваться и будет изыскиваться способы решения данных проблем в ускоренном порядке. В соответствии с законодательством, законом о жилищных отношениях, управляющие компании обязаны ежеквартально отчитываться перед собственниками квартир за собранные деньги. Вот, как раз таки на этот сайт они будут выкладывать отчеты, и отпадает прямая необходимость требования данных отчетов. То есть посредством данного сайта мы можем видеть, какое КСК своевременно дало или не дало данный отчет.